Дорогие зрители и подписчики канала «Про цветок», подходит к своему завершению 2021 год, который для меня был особенным, поскольку он привел меня на канал «Про цветок», и я познакомилась с вами, за что вам большое спасибо. Желаю вам в наступающем 2022 году оставаться здоровыми, радостными, сохранять позитив и настроение, особенно когда вы приходите на свой огород. Радоваться своим урожаям и маленьким успехам. Помимо этого, желаю вам личностного роста, карьерного роста, любви, материальных благ и всего самого-самого наилучшего. Вітаю, шановне господарство! Сердечно віншую вас с надходящим Новым годом и Рождеством. От всего сердца желаю мощного здоровья, счастья, семейного добробыту, а так само святочного настрою. Нехай у новогоднюю ночь справдятся усе ваши самые заповедные мары и жадания, а калядная зорка у небе осветляя ваш життёвый шлях. Уважаемые зрители и подписчики нашего канала, поздравляю вас с Новым годом и желаю вам в новом году здоровья вам и вашему саду, больших урожаев и солнечного настроения. Дорогие зрители нашего канала «Про цветок». Хочу сердечно поздравить вас с наступающим новым 2022 годом. Год будет очень хороший, спокойный, и все ваши самые грандиозные планы будут осуществляться. Поэтому желаю вам оставаться здоровыми, быть богатыми, вот, и хорошие урожаи получать на земле. И чтобы поменьше работ было по защите растений от болезней, вредителей, а урожай был повыше. И меньше работы, а больше отдыха. Всего хорошего вам! Каляды, Роство, Новый год – это все такие святы, которые несут у себе некую чаровность. Бо яны несут радость и надею. Надею на то, что все будет добро. Хай Новый год будет лучше, чем минулый. И все будет добро для каждого из нас.